Новый российский инвестор начал частичное погашение задолженности по заработной плате работающим сотрудникам предприятий закрытого акционерного общества «Внешторгсервис». На официальном сайте ДНР упоминаются предприятия Енакиево, Комсомольского и Докучаевска. Ситуацию на ВТС прокомментировал министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак. Произошла смена менеджмента компании ВТС. Я хочу от своего лица заверить вас, что таких проблем социальной напряженности на предприятиях, входящих в группу ВТС, больше не будет. Это будут стабильно работающие предприятия, стабильная выплата заработной платы и развитие производства. Я как раз сегодня приехал с совещания с главой Донецкой Народной Республики. Поставлены определенные задачи. Поставлены задачи на расширение экспортного потенциала нашей промышленности, те, которые были достигнуты во время его поездки в Республику Крым. Мы с понедельника начинаем активно работать над поставленными задачами. От себя я хочу лично заверить, что Министерство промышленности и торговли всегда будет стоять на страже социальных интересов, социальных гарантий, трудовых коллективов, предприятий промышленности и торговли.